Приветствую вас, друзья! Вы на YouTube-канале «Все для клёва». Мы в очередной раз на рыбалке на Днестре. Сейчас февраль. Вот. Первая декада февраля, скажем так. 10 февраля. Но цель сегодняшнего видео не сама рыбалка. Целью является ознакомить вас с очередным поступлением в интернет-магазин клёва.com.ua. Это вот познакомить вас с таким вот прекрасным ящиком для рыбалки. Фирма Aquatech. До этого был у меня ящик вот этот, который вы видите сейчас. Он где-то примерно в полтора раза меньше, чем вот этот ящик. Сразу покажу вам его технические характеристики. Вы видите, ширина, высота, глубина и вес этого ящика. Ну а теперь покажу сам ящик. Друзья, он на двух вот таких вот защелках. Вот одна здесь, вторая здесь. То есть по бокам защелки. Вот так вот он открывается. И вот такие вот прекрасные 6 полочек. Сюда можно положить в первый ряд тот необходимый инструмент, которым вы постоянно пользуетесь на рыбалке. То есть те лески, флюорокарбон, которые вы используете, инструменты, ножницы там и так далее, ветлюжки, карабины, бусинки. Здесь пока я его еще не заполнил. Вот. Но в процессе, скажем так, рыбалок он будет дозаполняться. В нижней части удобно хранить грузила, кормушки, шнуры, лески, прикормки, фонарик, лески, которые вы пользуетесь. Очень широкий внутренний ящик. В принципе, по большому счету, из-за этого я его и взял. Но если меня видит производитель, я его попросил бы внести одно изменение в конструкцию. Есть у них такой в Акватече карповый ящик. Вот этот вот. То есть в нем есть возможность перегородить внутреннее пространство. То есть поставить вот такие хотя бы 2 или 3 перегородочки пластиковые. Я не хочу, например, чтобы мои крючки валялись по всему внутреннему пространству этого ящика, а были с какой-то отдельной стороны. Аккуратненько лежали. Вот. Посередине можно положить было грузило, чтобы ящик был уравновешенный. И с той стороны какие-то там прикормки, разного ряда наживки там и так далее. Друзья, ящик очень удобный. Самое главное, что конструкции предусмотрено на недопущение при дожде пролития воды в сам ящик. То есть тут такой желобок специальный. Вот он. Вот. Такая стекает сюда, и то есть он по желобку вода стекает. То есть она не попадает внутрь ящика. Тем более, что он еще, кроме того, закрепляется здесь, фиксируется ручкой при том, что когда вы несете, он не откроется, даже если открыты защелки. То есть вот так вот он не откроется, если мы возьмем его. Ящик очень удобный, как в принципе и тот, который 2703 трехполочный. Но, как я говорил уже ранее, его мне не хватает для моих всех прибамбасов для рыбалки. Поэтому я себе взял вот такой. Ну и хотелось бы напомнить в конце видео о неизменном правиле нашего интернет-магазина клёва.com.ua. Если вы нашли такой же товар дешевле, чем у нас, скиньте ссылку на почту сайта, мы проанализируем актуальность и продадим вам дешевле. Друзья, ну а что касается самой рыбалки, сегодня 10 февраля 2019 года, то скажу, что тишина и глушь, то есть ничего не клюет вообще. Тоненький поводок, маленький крючок, фидерная оснасточка инлайн не клюет. То есть если на каналах, примыкающих к Днестру, рыба есть, то в Днестре она клевать не хочет. Если видео было полезным, ставьте лайки, подписывайтесь на канал «Все для клева». Ну я прощаюсь с вами, друзья. До скорых встреч на рыбалке. Пока.